Բարև ձեզ, դուք այլո առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, ես այսօր ունեմ հրաշալի հյուր, այսօր իմ հյուրն է Երևանի օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և տնօրեն Կոստանդին Օրբելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Օրբելյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը և այլու առաջ եք։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ մի քիչ հեռվից գալ, դուք մի մեծ հրաշալի գերդաստանի, հա, զավակ եք, օրհատնի հայտնի Օրբելյաններ, ծագումով սյունեցիներ են, հետո ճակատագիրը պատերազմից հետո այնպես եղել, որ ճակատագրի բերումով պատերազմից հետո ձեր հայրը հայտնվել է Սան Ֆրանցիսկոյում 48 թվականին, որտեղ և դուք ծնվել եք, ինձ հետաքրքիրը ինչ է ձեզ համար ընդհանրապես Օրբելյաններ, ձեր ընտանիքը և այդ ողջ համապատկերի մեջ Հայաստանը ձեզ համար մարդ, որ ծնվել և մեծացել է Սան Ֆրանցիսկոյում, թեպետ հետագայում կյանքը նաև կապել է ձեզ Հայաստանի հետ։ Ну, что я могу сказать, что я, конечно, очень горд моим прошлым, моим предками. Это было, я думаю, очень важная часть жизни становления Армении, сюника и во всех своих проявлениях. Я с огромной, можно сказать, пиететом приезжаю каждый раз в Татев, приезжаю в Нораванг, где похоронен Степанос Орбелян, где все князья Орбелян похоронены. В этой удивительной церкви, в этом удивительном месте. И, конечно, вот, зная историю, зная, изучая ее и все время узнавая что-то новое, это, конечно, накладывает достаточно большую ответственность. А уже ближе к нашим дням должен сказать, что мой папа был совершенно выдающийся человек. И мой дядя в своем роде совершенно феноменальный был человек, который своим умом, талантом, упорством, без помощи родителей, так как дед был арестован в 1936 году, бабушка в 1938, они добились высочайших успехов. То есть мой дядя стал народным артистом СССР, была самая большая и самая высокая награда, которая была здесь, в Советском Союзе, 36 лет руководил эстрадным оркестром Армении. Ну, и знаменитый композитор, и потрясающий композитор. И мой дядя тоже сделал на своем поприще очень-очень много важных вещей. И я очень, конечно, с огромным уважением отношусь к всему тому, что они сделали. Вот я счастлив, например, что сейчас есть Ереванская государственная школа искусств имени Константина Орбеляна в Малатии. Так что я очень рад, что это получилось. Я думаю, что это очень достойнейший был человек. Он потрясающий был музыкант и композитор, и личность очень удивительная. Так, должен сказать, что мои родители тоже оставили огромный след, будучи иммигрантами, будучи нищими иммигрантами в Соединенных Штатах, приехали после войны без ничего, без никого. И начали сначала и сделали весьма существенную свою собственную карьеру. Мама как врач вначале, а потом уже, конечно, мы родились, и уже вот эта врачебная ее история уже, ну, как бы была не актуальна, а папа в сфере бизнеса и общественный деятель был потрясающий, уникальный какой-то такой человек, который все знали и все любили. Ինչ հետաքրքիրը, ձեր հայրը սիրում էր խոսել իր անցյալից, ծնողների անցյալից, 36 թիվ, 37 թիվ, պատերազմական տարիներ, 45 թիվ, ինչ որ կատարվում էր սովետական միությունում, Հայաստանում. Այդ պատմությունները պատմում էր, թե լուր էր այդ ամեն ինչի անցյալի նկատմամբ. Մի всегда в нашей семье рассказывалось обо всём. Он всегда, когда вспоминал вот день ареста своего отца, это всегда были слезы у него на глазах. И потом через два года, когда арестовали бабушку, и их выгнали вдвоем на улицу, моему дяде было 10 лет, моему отцу было 18. Так что здесь без внимания эта тема никогда не проходила. И, конечно, когда вдруг совершенно неожиданно, уже будучи в Америке в 56-м году, они пошли совершенно случайно на кинофестиваль, который был такой частный кинофестиваль. И в конце фильма там дирижирует молодой красивый дирижер. И там, значит, мама говорит папе, моему
Он говорит, слушай, это твой брат. Мне кажется, это твой брат. Он говорит, как мой брат? Он же его помнит с маленьким, ему было 12 лет, когда папа уже был забран в армию, и он его не видел с тех пор. А это, значит, 56-й, значит, прошло 16 лет. И таки да, он написал музыку к этому потрясающему фильму с невероятно трогательной историей, с Александром Арутюняном, Константином Арбеляном, в титрах, все это. Приехала знаменитая Зара Дулуханова. Значит, знаменитая меццо-сопрано приехала в 58-м году на гастроли в Соединенные Штаты. Через знаменитое тогда импресариат Соломона Израильевича Юрака, которые, значит, первые были советские, можно сказать, ласточки, которые приехали. Это был и Гилельс, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Давид Ойстрах, Леонид Коган, Зара Дулуханова, Вишневская Галина, Жостропович. Так что самые были самые известные, самые потрясающие были исполнители. И, значит, у Зары Дулхановой был сольный концерт в Сан-Франциско. И мои родители пошли на этот концерт. И, значит, пошли за кулисы после концерта и, значит, сказали, что, значит, естественно, им безумно понравилось. Она была совершеннейшая богиня красоты и голос потрясающий, и все. И вот она, они говорят, что вот меня зовут Гарри Орбелян. Она говорит, Орбелян? Она говорит, а вы не родственник котика Орбеляна? И оказалось, что они дружат с моим дядей. Она говорит, я знаю вашу маму, Софью Михайловну, я знаю всех. И вот Зара Дулуханова в те годы не побоялась, взяла письма, значит, взяла фотографии, приехала обратно в Москву, полетела в Ереван и пошла домой к моей бабушке и привезла эти письма ей. И после этого моя бабушка пошла в КГБ и сказала, что у нее нашелся сын. И этот сын в Соединенных Штатах. Что ей делать? Они говорят, вы можете переписываться, но попросите его написать точно, как он туда попал, в Соединенные Штаты. Короче, она пишет папе письмо. Папа пишет вот всю эту историю, как он попал в плен, в немецкий плен, там все такое. Ну, начинается, они начинают переписываться, все это. И приезжает Никита Сергеевич Хрущев в Сан-Франциско. Знаменитый приезд в 59-м году. Значит, прием устраивает мэр города для Никиты Сергеевича. Папа работал в магазине «Гампс». Ну, знаменитые гампсовские стулья. Были, знаете, помните, 12 стульев. Значит, и один из этих магазинов, «Гампс» был, значит, головной магазин был в Сан-Франциско. И папа очень дружил с Ричард Гамп, с этим, с владельцем. И, значит, папа говорит Ричарду, он говорит, слушайте, вот вы приглашены на прием с Хрущевым. Я не могу с вами пойти. Он говорит, Гарик, кстати, моя жена не хочет идти, так что пойдем вместе. Они приходят вместе на этот прием, а там, значит, приглашение на мистер и миссис Гамп. Значит, и там протокол, естественно, и можете себе представить, спецслужбы и все там вокруг, советские, американские, всяческие. Он говорит, ну вот это явно не миссис Гамп, так что это вы можете пройти. Он говорит, я без Орбеляна никуда не пойду. И, ну, проходил глава протокола города Сан-Франциско, сэр Магнан. Он говорит, иди сюда, пиши Орбеляна, и мы пойдем туда вместе. Они заходят, и папа, естественно, со всеми общается и все такое. И он разговорился с таким Фрол Романовичем Козловым. Он был член Политбюро СССР. Он говорит, вот вы очень хорошо говорите по-русски, вы все эти, значит, прекрасный у вас акцент и все такое. Где вы научились так хорошо говорить по-русски? Он говорит, там же, где и вы. Он говорит, что вы имеете в виду? Вот я был в плену, я родился, значит, в Армении, потом я был, значит, с Красной армией, потом, значит, в плену немецком, потом вот я приехал сюда, вот. И, значит, решил не возвращаться. Родители были заключенные, родители были репрессированы, значит, и все. Он говорит, давайте я вас познакомлю с Никитой Сергеевичем. Значит, папу знакомит с Никитой Сергеевичем. И они, значит, он говорит, что я могу для вас сделать? Он говорит, я хочу увидеть свою маму. Он говорит, нет вопросов. Вы можете, я вам дам завтра ваш советский паспорт, и вы можете лететь в Армению. Он говорит, нет, я хочу, чтобы она ко мне приехала. У меня двое маленьких детей.
она не знает мою жену. Я хочу, чтобы она познакомилась с моей семьей. Он говорит, я лично прослежу, чтобы ваша мама приехала. В это время Хрущев приглашает мэра города Сан-Франциско, Джордж Кристофер, грек, Москва. В Москву. Тот приезжает в Москву, и в одной из встреч с Хрущевым он спрашивает, слушайте, а как насчет моего друга Орбеляна? А они уже за это время очень подружились. Вот папа и Джордж Кристофер, это с этим греком. И, значит, он говорит, сейчас мы узнаем. Она ей не подавала еще на выезд. Выясняется, приходят люди и говорят ей, что она даже не подавала. Хрущев говорит, сию секунду выдать ей паспорт, выездную визу и билет. И вот через пару недель она прилетела в Соединенные Штаты. И она была первая туристка, которая приехала к своему невозвращенцу сыну. Այսինքն Խրուշչովի թեթև ձեռքով կարող ենք ասել, որ Խրուշչովի հետո դուք արդեն 71 թվականին եկաք Հայաստան։ Не закончив школу, меня приняли в ВУЗ здесь, в Ереванскую консерваторию. Я занимался у Юрия Хайрапетяна. Это было удивительное время здесь. Это было потрясающе. Сколько было потрясающих концертов, сколько было в филармонии, мы сидели тогда и с Эдуардом Михайловичем Мирзояном, который уже дружил тоже с папой с 60-го года. Ну и, конечно, когда мой дядя приезжал, были потрясающие концерты эстрадного оркестра Армении. Все это было на таком таком возвышенном, потрясающем уровне. Сиретик Еревана. Ой, потрясающе было. Айсинкан, ձեր համար այսպես խոր չէ, նորություն չէ, կամ գուցե հետաքրքիր էր, որ հետագայում շատ-շատ տարիներ հետո ձեզ առաջարկեցին գալ եւ աշխատել Հայաստանում օպերային թատրոնում, ղեկավարել. Ну, можно сказать, я приезжал достаточно часто в Армению. И после того, что я здесь учился, я поехал в Нью-Йорк, занимался в Джулиарде, закончил Джулиарде. Ну и жизнь взяла моя совершенно другой аспект. Но я приезжал к бабушке, я приезжал к дяде в гости. Потом я начал работать в Советском Союзе. Еще был СССР, когда меня пригласили возглавить Государственный камерный оркестр СССР в 90-м году. И вдруг, ни с того ни с сего, вдруг у меня, значит, приглашают возглавить этот оркестр, знаменитый, Баршаевский. И я, конечно, думаю, что мне делать? Для этого мне надо переехать в СССР. Кому можно было бы себе представить, что внук репрессированных коммунистов, у которых родители оказались в Соединенных Штатах, что их сына потом пригласят в СССР возглавить Государственный камерный оркестр СССР, первый иностранец в истории СССР, чтобы возглавить советский оркестр. И я решил, что обязательно я должен это сделать. Мои родители говорят, ты сумасшедший, ты ненормальный, зачем тебе это нужно? Все это, я говорю, ничего не знаю. Я буду делать, мне интересно. И вот 19 лет я руководил оркестром. Հայաստանում հայտնի է, որ այդպիսի նշանակումներ անպայման տեղի ունենում, այսինքն կամ նախագահը, առաջին տիկինը, այսինքն իրենք պիտի, իրենց խոսքը շատ կարևոր է. Կար այդտեղ իսկապես իրենց խոսքը? Ну, конечно, они же не могли быть в стороне от вот этих вещей. Так что мне позвонила Хасмик Степановна Погосян, министр культуры, и она сказала, что со мной хочет поговорить Рита Александровна Саркисян. И вот я прилетел, и мы поговорили, она говорит, мы очень хотим, чтобы вы были художественным руководителем театра. У меня было только одно условие, что дайте мне ознакомиться. Հայաստանում հայտնի է, որ հատկապես օպերային թատրոն, ֆիլհարմոնիկ, այնինչոր դասական երաժշտության հետ է կապված, կոնսերվատորիա, այդտեղ պիտի անպայման լինի պարոն Սմբատյանի կարևոր խոսքը, այսինքն, չգիտեմ, ստվերային, թե առերույթ կա։ Կար իրականում պարոն Սմբատյանի դերակատարում ուներ այստեղ։ Он совершенно не участвовал и не разговаривал со мной. Так что его присутствия не было. Это кири, ասում են առանց իր ցանկության որևէ մեկը չի կարող երկար գոյատևել այս աշխարհում, նկատի ունեմ դասական երաժշտության, այլ այդպես օպերային թատրոնում դուք հիմա դա կհաստատեք թե կհերքեք թե չեք կարող ասել։ Դուք դեռ թիկունքում չեք զգացել դա, այդ այդպես ասենք։ Знаете, за спиной Орбеляна. Можно и так. Я просто хочу сказать, что, знаете, если мне трудно, и мне бывало достаточно трудно. В России, вот, значит, потом я подумал, что если моя бабушка выжила 10 лет
в Акмолинском лагере, жен изменников Родины. Если мой дядя вырос от мальчика маленького в народного артиста СССР, если мой папа выжил 4 года в немецком лагере, если моя мама прожила 4 года в немецких лагерях, это что? Это все ерунда для меня. Uh-huh. Это все ерунда. Я все могу. Շատ լավ. Ձեր գալուց հետո սկսեցին մի քանի քննադատական հոդվածներ, առաջինը, որ դուք բավականին քիչ եք լինում այստեղ, չնայած դրանից հետո ասուլիստներ եղան եւ դուք ասացիք, սա ինձ ավելի հաճախ կլինեմ, ինձ հետաքրիր է, հիմա դուք ավելի հաճախ եք լինում եւ շատ եք աշխատում թատրոնի հետ։ Եվ երկրորդ քննադատությունը, որ հատուկ ձեզ համար օրենքի փոփոխություններ տեղի ունեցան, մի շարք դրույթներ, որ չեր համապատասխանում, համապատասխանեցրեցին այդ անձամբ ձեր հետ։ Значит, в самом начале, конечно, я один из моих условий было, что я должен продолжить свои контракты, которые у меня есть за границей. Uh-huh. Значит, я не могу все бросить и все отменить. Uh-huh. Так что я приезжал, уезжал. Но я приезжал, уезжал очень часто. Так что, если я выезжал на концерт, я уезжал на неделю, приезжал на 3 недели. И так что, может, кто-то думал, что я здесь не присутствую, но я достаточно много присутствовал. И свидетельствовал, значит, наши концерты и все такое. Делал достаточно много вещей. И уже приглашал с первых же дней. Я приглашал, мастер-классы делал. И Джон Фишер из «Метрополитен Опера». И, значит, приезжала Диан Зола, которая сейчас художественный руководитель «Метрополитен Опера». Она приезжала, давала мастер-классы. Жагарс приезжал, Андрес. Значит, масса знакомых, масса людей. Я приезжала Светлана Ефимова, главный концертмейстер Большого театра. Работала с нашими певцами. Все за мой счет. Все за мой счет. Так что просто хотел подчеркнуть. Театр, не государство армянское, не тратило ни копейки на все это. Я знаю, что есть специальные распоряжения государства по поводу именно моей персоны. Надо сказать, что это не первый раз в моей жизни было такое. Когда Борис Ельцин в 90-м году, значит, еще был Горбачев, извиняюсь, который подписал специальное распоряжение по поводу того, что я, первый иностранец, буду руководить государственным камерным оркестром СССР. Так что у меня уже есть такой опыт, когда почему-то из-за моей персоны, из-за моей, можно сказать, без ложной скромности, значимости, хотя я тогда был, это было 28 лет тому назад, почему-то я нужен. Значит, я нужен. Если я приехал в тот же Каунас, хорошо, это, значит, не столица Литвы. И после первого концерта мне предложили стать художественным руководителем, главным дирижером оркестра. И мы уже записали 12 компакт-дисков. Мы сразу, у нас на Грэмми был номинирован диск там. Значит, потом уже, ну, короче, я не искал работы. У меня есть полно работы. Если я был бы не тот человек, наверное, они бы не старались что-то такое сделать. Ընդունված է ասել, որ հայերը շատ անհանգիստ մարդիկ են, իսկ օպերային թատրոնի մարդիկ շատ ավելի անհանգիստ մարդիկ են. Ձեզ ինչպես ընդունեցին եւ դուք ինչպիսին գտակիրեց եւ ինչ հատկապես կառանձնացնեիք եւ ամենագեր կարեւոր խնդիրը, որ մուտք գործելով օպերային թատրոն ձեր առջեւ դրեցիք. Я думаю, что меня приняли достаточно доброжелательно и что люди с какой-то надеждой меня встретили. Дальше, конечно, все достаточно сложно всем угодить. И, конечно, то, что я привожу, например, эти гигантские спектакли, вроде «Манон», который сейчас здесь, который я взял в аренду из театра Станиславского, то, что мы сделали новую «Кармен», которую Найра Степанян блестяще сделала, завтра у нас премьера. То, что мы сделали сейчас вот в Дубае, мы полетели первый раз за 25 лет, оркестр и хор, то есть оперный театр выехал за границу на такие масштабные гастроли, 2 недели в Дубае. То, что мы поехали в первый раз в истории Армении, мы выступали на сцене Большого театра России с балетом «Гаэне». Եվ որ ասում եք սա, բոլորը ընդունում են, որ այդպիսի մեծ փոփոխություններ կա օպերային թատրոնում, բայց դա առաջին հերթին պայմանավորում է ոչ թե մեր օպերային թատրոնի որակով եւ արժեքով, այլ պայմանավորում է ձեր անձի ունեցած հեղինակությամբ, ձեր կապերով, մեզ դրանով են պայմանավորում։ Вначале да. Вначале. За моё имя они и берут, потому что мне доверяют. Но мы сейчас в Дубае, вот на этих гастролях, мы в Большом театре России, это был фурор. Это было потрясающе. Ай, ты кажется, мне горгане балет аржани рэд бему блинелу. Те из капец Константин Рубельяни капере ев ануне. Шанакционе цан вор ай балета мед театроном каяцав. Обязательно.
Իսկ ինչ կասեք այդ մի քանի հրապարակումներ հայտնի քննադատների, որ գրեցին, թե ինչպիսի ներկայացում էր, և չէր կարելի, որ մեծ թատրոնը թույլ տար այդպիսի բալետային ներկայացում։ Я не обращаю вообще внимания на критику. Потому что мы делаем то, что мы делаем. Мы это не делали как, я не знаю, какой-то последний писк балетной хореографии. Мы сделали 50-летнюю хореографию, которую Елена Галстяна хореография. Мы взяли эти роскошнейшие, ярчайшие армянские минасовские декорации, и мы поехали и сделали это в Большом театре России. Вы бы видели, я специально за кулисами там все время смотрел на репетициях и все такое, как потрясающе танцевал Рубен Мурадян. С какой отдачей мне все это делали. Сюзи Перумян, Мэри Ованесян. Значит, и я вытащил на 5 дней, смог отсрочить Размика Марукяна, значит, нашего блестящего молодого балетного артиста, чтобы он, значит, мог полететь и быть с нами в Большом театре. Так как зал нас принимал, вот это меня, это самая большая критика. То, что пишут... А скажу, карцме курка кыркамви, но здесь кайра вирен. Обязательно. Без малейшего сомнения. Եվ քննադատություն կա, որ շատ ավելի մեծ շոու է եւ աղմուկ է այն ինչ որ տեղի ունենում այս օպերային թատրոնում, թեպետ ոչ մեկ չի հերքում, որ մեծ աշխուժություն է մտել օպերային թատրոնում, կյանքը բավականին փոխվել է, բայց այդ աղմուկին ներքո առայժմ այն որակը, ինչի ինչ որ ակնկալում է եւ սպասում է, չունենք։ Դրա համար ժամանակ է պետք եւ մի քանի կարեւոր բաներ քնտրեի, որ դուք հիմա առանձնացնեք եւ ասենք, ինչ ժամանակ է մեզ պետք եւ ինչ ճանապարհ պիտի անցնենք։ Качество. Я не согласен. У нас потрясающие голоса. Оперный театр, в принципе, это очень дорогое удовольствие. Конечно. Очень. Яшки. Вот мы, опять-таки, благодаря моим друзьям, Франк Рауль Дювал, владелец фирмы «Санша», он нам послал на 50 тысяч долларов пачек и там, этих балетных тапочек и все такое, которое он делает. Значит, я сейчас купил вот этот потрясающий спектакль «Чиполлино» с этими гениальными этими левенталевскими декорациями, которая у нас премьера была 4 дня тому назад. Потом мы еще об этом поговорим. Значит, я сделал вот эту новую «Кармен». Я пригласил Паоло Мичике, знаменитого оперного режиссера, который занимается проекциями. Я купил этот потрясающий 40 тысяч люмен Барко проектор для нашего театра, где мы когда в прошлом году мы делали вместе с благодаря этому проектору и Паоло Мичике, значит, «Реквием Верди» в его изложении с этими проекциями из Сикстинской капеллы. Масса интересных вещей, когда, ну, это все требует огромных денег. Угу. К сожалению, денег нет. Угу. Денег нет. Я отношусь к театру как к своему дому. Я хочу, чтобы там было чисто, чтобы там было красиво, и чтобы там было уютно. И чтобы это было так для всех. Այդ դուք միշտ առանձնացնում եք, ասում եք, որ մենք հրաշալի ձայներ ունենք, ասենք կոլորա սոպրանո, անգամ ասում եք, այդ ձայները կարող են գնալ Ռուսաստանում երգել, որտեղ նրանց ձայներին, հա, ձայնից ձայնին համապատասխան դերերքեր մենք չունենք, սա էլ է կարևոր, մենք արդեն դա համապատասխանեցնում ենք, ունենք մենք։ Конечно. Для того, чтобы сделать постановку. У нас ни одной постановки нет для колоратуры. У нас только, можно сказать, Травиата. Один спектакль. И у нас потрясающие наши певицы, в том числе и Хасмик Торосян потрясающие, которые поет, и другие. Не, как бы, у нас нету ни одной россиянской оперы. Сейчас у нас будет «Путешествие в Реймс». Значит, это будет у нас в марте месяце. Значит, у нас нету ни одной оперы «Буффа». У нас нету любовного напитка Доницетти. Почему их нет, я не могу вам объяснить. Потому что не я этим занимался последние 30 лет в театре. Батька Линен, но будут, да? Обязательно будут, если будут деньги. Я нахожу все время, я нахожу. Слава богу, есть Аршинбанк, который помогает. Значит, слава богу, есть мои друзья, которые помогают. Ну и, извиняюсь, Орбелян. А инче карцум, мишта есть харца хенчуме, вор петки анпайман азгайн операйн театронум, инчи азгайн операнер, балетнер, пити бемадрвен. Ираканум, ете этпес барцер аржекнечен, анках аме инчис пити хенчен, те воч? Обязательно должны быть, и они есть. Они есть. У нас идет «Спартак», у нас идет «Гайне», у нас идет «Маскарад», у нас идет «Аршак», у нас идет «Ануш». Я хочу сейчас к 150-летию Туманяна сделать новый «Ануш». Я хочу сейчас общественность собрать и в министерство тоже попросить их какую-то помощь, чтобы сделать новую постановку. Этой постановке уже 25 лет. Если у нас будут какие-то такие вещи, знаете, очень важно вот чисто морально.
Но если это финансовый провал, я имею в виду для меня лично, а гастроли страшно важно. Вот так как весь театр поднялся, вот в Дубае, мы сделали открытие оперного театра, сезона в оперном театре в Дубае. И там были три выступления новой нашей «Кармен», которая завтра у нас, и «Волшебная флейта». Пели все потрясающие. Ես պատահական չհարցրեցի, որտեղ առիթ եմ ունեցել վերջերս դիտելու Անուշ օպերան, և չէի ասի, որ դա այն ներկայացումն էր, որ արժեր այսօր ունենալ մեր թատրոնում, գոնե այդ տեսքով. Мне кажется, что вы не правы, потому что музыка исключительно интересная в плане вот синтеза народной с классикой. И это очень мало таких экземпляров в жизни мы можем встретить. А во-вторых, это что-то душещипательное и удивительно трогательное и значимое для каждого армянина в этой опере. И я по сей день вспоминаю, как я в 71-м году, когда приходил и слушал «Гоар Гаспарян» с этой замечательной арией. Да, «Гоар Гаспарян». Да, нет, я просто говорю, что я тогда влюбился в эту музыку благодаря этим исполнителям. Значит, и должен сказать, что все армяне мира, где бы я ни был, все мне говорят, когда вы сделаете новую Ануш, чтобы привезти сюда? Когда вы сможете новую Ануш сделать? Вот сейчас мне все, значит, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Бостоне, значит, все меня спрашивают, когда у вас будет новая Ануш. Бац, к самому первому дару, ай тесков, ай дзевов неркаяцнел, инчу вошнев, ай дзайнеров неркаяцнел, гуц, это хантирека. Нет, с этими голоса не имеют ничего, у нас шикарные и постановка, голоса. Нет, и это голоса... постановка старая, она, да. Она разламывается, она разваливается. Так что я про эту... Это почему я говорю, что мне нужна новая постановка. Новая постановка. Сейчас мы будем делать «Смерть Кикоса». Значит, это Вартана Аджемяна. Почему-то тоже 20 лет не шла. Ну, тоже туманяновская история, да, вся. Так что я все это делаю специально для... Ну, под юбилей. Под юбилей. Так что все... Люди, которые приезжают сюда, каждый из них хочет что-то видеть армянское. Հենց դրա համար չի, որ մենք պիտի շատ ավելի պատասխանատու մոտենանք այդ հարցին. Это должно быть экстра класс. Потому что эти люди, которые приезжают, они потом будут эту вот частицу вот этой армянской культуры вести с собой. Мы никого не сможем здесь, можно сказать, удивить постановкой «Травиаты» или «Ригалетто» или что-то. Нормально. Это для нас это интересно, и для нас это хорошо. Но иностранцы все хотят видеть «Спартак», «Гайне», «Спартак», «Гайне», «Ануш», «Маскарад». Ну, «Бартшажик». Да. Они хотят видеть армянские шедевры. Лав, вестен Германия не манер кира, ир форунен йотанасун, йотанасун чорс опера ин театрон, менг унэнк мэр мэка, менг инчов карогэнк этак кир линэл. Я побоюсь сказать, что мы единственный армянский оперный театр в мире. То есть в Германии такие 70 или сколько там оперных театров, и они все немецкие. И даже вот сравнительно недавно, еще все оперы, кроме Штутгарта, Берлина и Мюнхена, все шли на немецком языке. Евгений Онегин на немецком языке. Все на немецком языке. Должен сказать, что у нас огромная ответственность. Если мы это делаем как наша визитная карта, это должно быть все так сделано. Այսինքն այն հայտարարությունը, որ օպերան թանկ հաճույք է, մենք չենք կարող մեզ ցույց տալ, դրանք մերժելի հայտարարություններ են, հա, անկախ ամեն ինչից պետք է գտնել հնարավորություններ եւ միջոցներ ունենալ, թեկուզ այն օպերան, ինչ որ մենք այսօր ունենք. Нет, такие это дорогое искусство. Но если не возвращаться, значит, и если можно, извиняюсь, возвращаться к былые времена, почему-то советская власть решила, что в Ереване должен быть оперный театр. Тогда советакан, мютян, какакан, чё да, в 33-м году... Политика была такая. Да, что... я понимаю, но это очень важно, что из Москвы вот это решили. И давали деньги на то, чтобы строить, чтобы Таманян строил вот этот потрясающий театр, вот этот, значит, ансамбль наш национальный, вот нашей площади, все эти потрясающие здания. Это огромный аванс был сделан. Не только в Армении. Если, например, в Тбилиси уже 150 лет оперный театр был, в Тбилиси была культурная столица.
в своем роде. В Кавказе. Да, так что это было другое. Ереван достаточно скромный был город. Я знаю лично от моей бабушки, которая здесь жила. Սա նշանակում է, որ պետք է այսօրվա նոր իշխանություններն էլ, ինչ-որ առումով չունեն, որ ձեզ հաջողի շարունակեք աշխատել և մնալ։ Ко мне пока никто претензий никакие не предъявляет. Так что я не знаю о том, что если есть какие-то вопросы, я готов на любые вопросы ответить. Мы, когда встречались с премьер-министром, с Пашиняном в театре, всегда очень любезно, очень хорошо. Я знаю, что когда Анна Акопян была с министром Лилит Макунц и замминистром Назалин Гарибян в Большом театре в Москве, я думаю, что они первые, которые были очень счастливы о том, что это произошло, и что Москва видела ереванский балет в таком потрясающем качестве. Я думаю, что если у них были бы вопросы ко мне, они бы мне позвонили. А так как я решаю в основном вопросы, которые связаны с финансов сам, так приходите на спектакли. Больше ничего мне не нужно ни от кого. Посмотрите на наши премьеры. Нет, обязательно. Я же не говорю, что государство не помогает театру. Они же дают зарплаты и все такое. Но просто... Вот, кстати, позавчера... На концерте был Тигран Галстян, который сказал, что они нашли, значит, деньги на крышу. Причем я очень рад, что наконец у нас крыша, потому что у нас уже текла крыша. То есть это уже серьезно, потому что когда... Ай, ты кажется, ай, харцере, знаешь, нам арвестагет, а что пить каре вожет? Это драма, а есть драма, пить аранзильный танорени, аж когда кивинка пить избавишь. Ну, если я на этой должности, я должен этим заниматься. Значит, заниматься... Вы знаете, если вы спросите Гергиева, он всем занимается, потому что без четкой финансовой политики, без четких знаний о том, что может этот организм сделать сейчас и на будущее, ни один художественный руководитель не сможет планировать вообще ничего. Я могу сделать все, что угодно. Я скажу, что я хочу сделать, я не знаю. Привезти Зефирели Лабо М сюда. Кто даст деньги? Драма петелинем выставили менеджер, танорендер, не пяти, продюсер, не пяти аж хатене. Вот такие аж такая рековара. Они и так есть. Менеджеры так есть. Бать, дуки махосуме таники масин. Нет, менеджер, нет, я должен, как художественный руководитель, у нас есть проблемы, да? И я пишу письма о том, что они не знают, если я не скажу, что крыша не течет, но у нас есть люди, это не я лично хожу. У меня есть техслужба и прекрасные профессионалы, которые сидят в театре уже 25-30 лет, которые все это знают. Просто есть вещи, которые называются deferred maintenance по-английски. Это когда откладывают из-за нехватки средств какие-то вещи, которые обязательно нужно сделать. Шатлан, ты келек хосел, а рит умеца, если вор цануту меня, патраст меня ортман, это вор Миша, алканунер, аразнацретик. Есть чиш насад хима кузенай, вор որտեվ ես գիտեմ, թե ինչ կարևոր է արվեստագետի համար, մի շարք երաժիշտների անուններ ես կխնդրեի, որ առանձնացնեիք, երկու-երեք անուն առանձնացնեիք, որ այսօր այնպիսի որակ և որակ ունեն, որ կարող են ցանկացած բեմ զարդարել, ինչպես և անում են. У нас есть потрясающий Липарита Витисян, уникальный певец Хованес Айвазян, наша же красотка, колоратура наша потрясающая, Гасмик Торосян. Мы очень дружим вот с Лианой Гарутюнян, которая в оперном театре, я думаю, пела последний раз 20 лет назад. Она вот приезжает весной, и она будет с нами петь у нас в театре. Потрясающая Грачуи Базенц, которая приезжает. Многие, которые живут на Западе, потому что там есть больше возможностей. Там больше возможностей есть разнообразие репертуара. Если здесь у нас идет, грубо говоря, там 7 или 8 спектаклей, ну, там больше поприще. Да, и, конечно, вот наш тот же Геворг Акопян, потрясающий, который поет сейчас ведущие партии и в Большом театре, и в Мариинском театре, и Хованес Айвазян тоже.
Значит, они удивительно талантливые и одаренные люди. И они должны разъезжать. Они должны видеть другие театры. Они должны общаться с международными звездами. Я же не могу всех пригласить. Я пригласил сюда Рене Флеминг. У меня знакомство с этими людьми. Моя дружба с Дмитрием Хворостовским. Он приезжал сюда три раза. Я сказал, что я не могу сказать, 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 что это была удивительная личность. Его безумно не хватает. Скоро годовщина его смерти. У нас были потрясающие концерты здесь, в Армении. У нас в филармонии был концерт несколько лет назад к 80-летию моего дяди, где он спел песню «Шум берез» с моим дядей за роялем. И, конечно, был роскошнейший концерт. И потом мы последний раз приезжали 12 мая 2015 года с программой с военными песнями к 70-летию окончания войны. Он был удивительно одаренный человек. Потрясающий парень, и это было огромное счастье и подарок жизни работать с ним. Եվ ես կուզենայի նաև Հասմիկ Պապյանի մասին խոսել, մի առիթով ասել էիք, որ այո, մենք կապը պահպանում ենք, հնարավոր է նորից, այ ինչ-որ նորություններ մենք կունենանք, թե ոչ? Пожалуйста, я всегда готов к любым начинаниям любого человека. Вот мы встречались с Хасмик после того, что меня назначили. Мы сразу через несколько дней встретились, мы кофе пили, и у нас оказалось очень много общих друзей, в том числе тот же Пауло Мичике, с которым она делала норму в Вашингтоне, и с его проекциями, и все такое. Так что она была очень довольна, что я его приглашаю. Она знала Джона Фишера, потому что он ее приглашал в Ла Феничи в Венеции, когда он был генеральным директором театра. И потом она сказала, что я очень хочу спеть «Тоску» в театре. Вот к моему юбилею. Я говорю, пожалуйста, вот когда вы захотите, тогда и сделайте. Она, сперва это было назначено на конец октября, потом что-то у нее там не складывалось. Это, может быть, в ноябре это было, 16-го года. И все-таки мы перенесли, и в 17-м году, 12 апреля, она спела свою потрясающую «Тоску» в театре. Так, пожалуйста, пусть, если ей хочется с нами сотрудничать, вы знаете, меня все одолевают, мне все звонят и что-то предлагают. И мне трудно предложить кому-то что-то, не зная, что они хотят. Если кто-то что-то... Ко мне каждый день звонят. Ой, мы хотели бы это сделать, мы хотели бы... Давайте подумаем об этом, давайте подумаем о том. Пожалуйста, я готов со всеми встречаться. А сейчас спасуме киш зангин, те... Я могу ей позвонить. Дайте мне телефон, и я позвоню. Чунек, херахосы, амара? Может есть, я просто другой телефон у меня. Может, у меня нету в этом телефоне. Ну, пожалуйста. Я со всеми дружу. Знаете, вот это моя отличительная черта. У меня со всеми прекрасные отношения. А, если мы не кани тали, то дук шарнакек рекаварел, мы кани тали, то хандипенг. Ай, а меня каре вор нахадаш, чуне вор дук кузенак асэй. Ай, мы ес уне, мэнк унен коперайн театроном са. Что бы мне хотелось? Мне бы хотелось, чтобы здесь был международный культурный центр в нашем театре. Чтобы это было международного значения место. Я пытаюсь это сделать тем, что я приглашаю вот иностранцев. Сейчас Карине Бабаджанян у нас поет, другие поют у нас. Я хочу это сделать нормальным, гастролирующим, чтобы к нам приезжали, чтобы Ереван стал нормальным гастрольным местом для оперных певцов. Это очень важно. Шнуракальцем, я так и жду тебя, Мар. Шнуракалем, Шат. Спасибо.